И просто ждем, когда, соответственно, она выпадет. Но у меня чуйка есть. Вот как будто бы она реально сегодня падает. Вот просто такое ощущение. Что? Что? Не, ребят, это я не верю в это, конечно. Это какой-то бред. Всем здорово, ребят. Многие просили продолжение прошлого открытия на 100 тысяч Majestic коинов, в котором я проверял слух о том, что премиум кейс окупает и дает золотых машин намного больше, нежели раньше. Именно поэтому сегодня во второй раз я решил проверить и сделать итог. И скажу вам так, я до сих пор в шоке от исхода. Я не буду спойлерить, поэтому я каждому желаю приятного просмотра и аппетита, кто кушает. Let's fucking go. Ну и как всегда, абсолютно в каждом видеоролике разыграю по 2000 Majestic коинов на любом из серверов. Для участия вы должны подписаться на канал, поставить лайк под этим видеороликом, написать статик и сервер, на котором вы играете, ну а также вступить в мой Discord канал. Там ты найдешь много полезной информации, таблиц, гайдов и карт на Majestic RP и много различных розыгрышей. Ну а если ты хочешь играть вместе со мной, то переходи по ссылочке в описании, регистрируйся, вводи мой промокод Москвин, он тебе даст 20 тысяч баксов и 7 дней платину VIP. А это очень хорошие плюшки, которые тебе помогут на старте. Ввести его можно при регистрации или в чат командой /промо-москвин. Ну а я буду начинать, let's go. Ну что, ребят, я уже, получается, нахожусь на своем сервере, как вы можете заметить, на балансе у меня 75 тысяч Majestic коинов, и как вы поняли, сегодня я продолжаю рубрику, а точнее проверяю премиум автомобильный кейс на то, что там действительно выпадают золотые тачки намного чаще, чем было до этого. Да, с прошлым роликом есть небольшое отличие, тогда у меня было 100 тысяч Majestic коинов, теперь 75, но это не отрицает того факта, то что сегодня, возможно, я куплюсь больше, чем в прошлом видеоролике. Я предлагаю не томить, погнали закупаться. Выбираем премиум автомобильный кейс, выбираем максимальное количество кейсов и давайте закупаться. Вот так быстренько покупаем, остается 3000 коинов, их тоже докупаем. Ровно 0 Majestic коинов у меня на балансе и 125 кейсов. В принципе, неплохо. Также что, сегодня я буду открывать по 5 кейсов быстрым открытием. И получается, все тачки, которые будут мне выпадать, я их буду откладывать в донат инвентарь, чтобы в конце продать ненужные и посчитать, насколько я окупился в коинах. В принципе, все, я готов. Полетели, давай. Успеха мне, так сказать. Так, полетел первый кейс, точнее, первая пятерка. Какие-то серые тачки нам пока что падают, но мы сегодня надеемся, конечно же, на золотые. В этом и вся суть, конечно же, видеоролика, проверить, действительно ли с премиум автомобильных кейсов выпадают золотые тачки намного чаще, чем было до этого. Точнее, с появлением летних кейсов. Поэтому очень сильно надеюсь на какой-нибудь жесткий окуп. Это что? Красная тачка, 2000 коинов она стоит, обычная GTA-шная, я понял. Похоже на Audi e-tron, ну, если ERL тачку брать. Но, в принципе, не суть. Синяя тачка, синяя, серая, всякая фигня пока что падает, и тем временем мы уже открыли 20 кейсов. Так, чё? У меня залагал... Что? Чё случилось? Продолжаем открывать. Так, серая тачка, серая, серая, пока что нам вообще не везет. Даже близко золотой, и даже красных тачек нет, хотя красные нам падали, а вот золотые до сих пор не дропались. Вот, сколько мы уже кейсов открыли, около 30, и вообще ничего. 90 кейсов остается. И меня это как будто бы разочаровывает. Хотя, не стоит пока что расстраиваться, потому что даже последним кейсом может выпасть какая-нибудь дорогая тачка, которая вообще окупит весь выпуск. Вот. Поэтому будем, конечно же, надеяться на лучшее. И просто ждем, когда, соответственно, она выпадет. Но у меня чуйка есть. Вот как будто бы она реально сегодня падает. Вот просто такое ощущение. Что? Не, я... Что? Что? Не, ребят, это я не верю в это, конечно. Это какой-то бред. Это какой-то бред. 30 тысяч Majestic коинов она стоит, ну ладно, там 28 500. Но первая золотая тачка, гелик 6 на 6. Это вообще имба, просто имба. Но по сути мы уже окупились, я думаю. Целых 70 кейсов у нас еще остается. Из них может выпасть очень много там еще золотых тачек. И при этом всяких серых, которых мы продаем просто за коины. Ну, я так скажу, то, что мы окупились 100%. Потому что, ну, тачка стоит 30к на продажу. И у нас еще много различных там всяких кейсов впереди. Из которых тоже может что-нибудь выпасть. Вот, так что... Уже как будто бы меня реально радует. Но, так или иначе, надеюсь еще на одну золотую тачку. Может, ну, реально повезет мне. Так. Ну, кстати, если брать прошлый выпуск, то вот эта тачка стоит намного дороже, чем падали мне золотые с того ролика за 100 тысяч Majestic коинов, где было открытие. Вот. Что-то я быстро как-то открыл. Так. О, что? Вторая тачка. Еще второй Lexus 570. Ну как второй? Короче, вы поняли. И плюс десяточка. 100% окупились.
100% окупились. Я вам точно скажу, что действительно кейсы премиум автомобильный дает намного больше, точнее шанс упадения золотых тачек намного больше, чем был тогда, потому что, ну, я уже реально второе открытие делаю, и мне выпадает две тачки, тем более я уже окупился, ребят. Вы просто представьте, сколько я сейчас тачек продам, сколько у меня получится в коинах, и еще плюс эти вот тачки, если считать золотые, то это вообще жесть. Ну, я уже, ну, я не знаю, очень много уже залутал. Как будто бы. Так, пока что тачки серые падают. Последние 10 кейсов предлагаю открыть 5 быстренько. И последние 5 кейсов предлагаю обычным прокрутом. Так, 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 давай. Ну, может, третью дадут золотую тачку? Вполне возможно, почему и нет. Так, продаем серую. Полетел второй кейс. Ну, еще реально шансы есть выбить третью тачку. 100% есть. Но даже из последнего кейса есть шанс выбить. Хотя я с последнего кейса ни разу не выбивал золотую тачку, но... Как будто бы можно. Там что-то эксклюзивное пролетело? О, второй предмет эксклюзивный пролетел. Ё-моё. Как будто меня очень жестко байтит. Ладно, откладываем. Пожалуйста, дайте мне третью золотую тачку. Пожалуйста, просто пожалуйста. И не долетает рам. Окей, серая тачка. И вроде последний кейс. Давай, 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 давай. И, я не знаю, последний кейс, нет? Серая тачка падает. И как я понял, да. Ну, в принципе, так или иначе, две тачки мне опять выпали золотые. Давайте подведем итоги, я продам все тачки ненужные. И уже будем считать, насколько я окупился. Ну что, ребят, я, получается, продал абсолютно все машины, за исключением моих новых золотых тачек. Сейчас вы их видите на экране. И у меня получилось 35 тысяч Majestic Coins. Прибавляем 30 тысяч Majestic Coins с гелика и плюс 10. Короче, я сегодня неплохо так окупился. Не намного, но окупился, ребят. И выбил две золотые тачки. И делая итог по золотым тачкам, действительно, с премиум автомобильных кейсов, как будто бы сыпет намного больше. Вот такое вот у меня открытие получилось. Напишите в комментариях, на какую мне сумму еще открыть кейсов и, собственно, каких. Ну а я буду потихонечку заканчивать. Всем прекрасного дня. Ну и, конечно же, я подведу итоги прошлого розыгрыша на 2000 Majestic Coins. И победителем становится вот этот вот счастливчик. Поздравляю. И для того, чтобы забрать этот приз, напиши мне его ВКонтакте. Ссылочка будет в описании. Ну а я, в свою очередь, буду потихонечку заканчивать. И не забываем, кстати, про розыгрыши. Обязательно подписка, лайк и комментарий. Ну а с вами был Москвин. Желаю всем добра и позитива. Всем удачи и пока!